Это была минутка йога-тайм от Дуси. Боже. Это невыносимо, Дуся. Женщина, пожалуйста, угомонитесь. Женщина. Женщина, успокойтесь. Женщина, ну у меня нету таких котов, которые вам бы сейчас подошли. У меня только без Фаберже все. Ну, женщина, женщина, ну подождите. Скоро будет чик-чирик. И такая дребедень. Четвертый день. Ну это еще ладно. А то мы залазим в свой горшок с наполнителем и начинаем там вот эти выкрутасы делать. Все, Дусечка, скоро поедем к доктору. Чик-чирик, и все. И никаких тебе ненужных мучений. Давай мама погладит тебя. Дусечка. Вообще надо будет ее искупать. У нее закончится загул. Привести в порядок ребенка. Давай тогда поедем к доктору. Чик-чирик. Да, чик-чирик. А пока такая дребедень. Вот почему кошки – это не мои тотемные животные. Коты – да, а вот кошки… Кошки более характерные. Да? И не только из-за загулов, они сами по себе более характерные. Капризные, мстительные. Да. Все. Кушать будем. Ест мало, но кушает. Все. Нет, ну все. Боже, вся в своей шерсти. Вычесываться не очень дается. Но пробовала пару раз. В общем, ждем, пока закончится загул. Клад нашла. Немножко так подстригла ножничками. Вот хвост начинает вылазить. Кто-то на него наступил уже.
Все тут немножко прополого. Красота в доме, тишина. Все едят. Вчера, блин, пылесосила, протирала. Уже надо опять полы пылесосить, мыть. Ну, кажется, Дуся закончила есть. Давайте, давайте, все хорошенько вылизывайте. Ты справилась? Первая? Молодец. Давайте, пацаны, не отставайте. Винегрет делаю. Дуся, не дублируй меня. Лучок порезала, порезала свеклу. Свекла у меня уже была отварная. Здесь порезала и отварила морковку и картошечку. Что еще винегрет-то кладут? Что-то я прямо это... По-моему, туда еще горошек кладут. У меня нет горошка. Ну ладно, будет, короче, такой винегрет. Винегретный. Винегретный винегрет. Ой, ой, аж прям запотело все. Дусь, ну не дублируй меня. В общем, разговаривать невозможно. Делаю винегрет и смотрю фильм. Смотрю фильм «Звук металла». Обладатель там премии «Оскар», номинант на лучший фильм года. Не буду спойлерить, но, в общем, посмотрите. Фильм интересный. Фильм стоит просмотра. «Звук металла» называется. Про музыканта, который теряет слух. Извините, но груша пахнет очень даже фу. Я вам честно скажу. Поэтому не приносите ее домой. Я возвращаюсь к своему винегрету. Вам отличного вечера.